Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Смоленская атомная электростанция. Предприятие – лидер производственной системы Росатома. Общее впечатление и у меня по обходу, и по беседам с персоналом хорошее. Инспекционное посещение комиссии концерна «Росэнергоатом». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 26 энергоблоков, в ремонте 9 энергоблоков. Суммарная мощность 23 527 мегаватт, суммарная выработка 47 409 миллионов киловатт-часов, что составляет 104,1% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первый и второй энергоблоки нагрузка суммарная 2110 мегаватт. Честных замечаний нет по работающим блокам. Третий блок выведен, значит, вчера 5.36 на минимально контролируемый уровень мощности. А в настоящий момент проводятся испытания. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 18 дней марта составила более 850 миллионов киловатт-часов. С начала года Смоленская АЭС выработала более 3,5 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. По итогам 2018 года Смоленской АЭС присвоен статус предприятия «Лидер ПСР». Такое решение принял Управляющий совет Госкорпорации «Росатом» на основании результатов, достигнутых коллективом в системном развитии производственной системы «Росатома». Смоленская атомная станция вошла в число лидеров. Значит, был вручен вот такой вот диплом Смоленской атомной станции и вот такой вот красивый тяжелый вот этот вот знак. Директор наградил руководителей подразделений станции, победителей конкурса на лучшее структурное подразделение Смоленской АЭС, лидеры ПСР. С 11 по 15 марта комиссия концерна «Росэнергоатом» под руководством генерального инспектора Николая Сорокина провела инспекционное посещение Смоленской АЭС с целью оценки результативности разработанных и внедренных мероприятий по итогам целевой проверки, проходившей в прошлом году. В ходе визита комиссия проанализировала представленные подразделениями атомной станции материалы, нормативно-техническую документацию, производственные инструкции и рабочие программы, выполнила обходы производственных помещений энергоблока и внешних сооружений, оценила правильность действий персонала в процессе опробования дизель-генератора 5 под нагрузкой при параллельной работе с сетью и работе блока номер 2 на мощности при проведении работ по обращению с ядерным топливом и отработавшим ядерным топливом. Эксперты провели собеседование с руководством и специалистами, включая руководителей инспекционных подразделений, приняли участие в производственных совещаниях и экзаменах по проверке знаний персонала. Мы рассчитываем, что наши и инспекционные посещения, и проверки, они только усилят позиции станции, повысят уровень эксплуатации самой станции и концерна в целом. Еще раз хочу сказать, что общее впечатление и у меня по обходу, и по беседам с персоналом хорошее. По результатам проверки комиссия подтвердила, что выполненные в течение года мероприятия на Смоленской АЭС результативны. Они касаются улучшения процедуры управления технической документацией на рабочих местах, персонала во всех подразделениях, повышения качества проверок и испытаний отдельных систем и оборудования, проведения целевого инструктажа, планирования и проведения обходов рабочих мест и оборудования, комплектования кадрового резерва на руководящей должности. В качестве положительной практики, рекомендованной к тиражированию на другие АЭС СРБМК, представители инспекционных служб концерна «Росэнергоатом» отметили систему, позволяющую проводить осмотр тепловыделяющих сборок с помощью разгрузочно-загрузочной машины для повторного использования в реакторной установке. Также были выявлены вопросы, по которым необходима дальнейшая работа. –
На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.